Служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» протягує свою роботу. У ефірі новин регіону на телеканалі «Беларусь-1» у студії Станіслав Пшаніцин. Добрий вечір. Беларускі металургічний завод приступив до реалізації чергового інвестиційного проєкта. Сьогодні тут відбулося урочисте відкриття будовничої пляцовки третьої установки по обпалюванні вапни. У металургічній витворчості вона використовується у якості шлакоутвараючої добавки для видалення примісів со сталі. У протяг теми сюжет наших колег со Жлобіна. Дві існуючі установки можуть забезпечити сталеплавільні цехи БМЗ якісною металургічною вапною власної витворчості тільки на 60%. Дефіцит покривається за кошт закупок будовничої вапни у об'ємі більш за 40 тисяч тонн у год, у тим ліку по імпорту. При гетим будовнича вапна значно уступає по якості металургічної, що приводить до повеличення утворення промислових відходів – шлака. З запуском у експлуатацію третьої установки по опалюванні вапни гета проблема буде вирішена. Реалізація проєкта дозволить повелічити агульну витворчість вапни до 185 тисяч тонн у год, що у свою чергу повністю забезпечить потребності сталеплавільної витворчості з уліком її росту до об'єму у 3 мільйони тонн сталі у год. Частично известь строительного назначения, так называемая комова, покупается на предприятиях стройиндустрии Республики Беларусь, которые не закрывают всю нашу потребность и приходится покупать по импорту и возить с Российской Федерации. Печка известково-обжигательная номер 3 будет давать 400 тонн обожженной извести в сутки и полностью закроет потребности в технологическом материале на плавку. Это позволит, во-первых, увеличить стойкость футировки, увеличить, соответственно, выплавку стали за счет уменьшения ремонтных работ и в целом даст ощутимый экономический эффект для белорусского металлургического завода. Подчас открытия будовничей пляцовки под фундамент будущей установки была закладена капсула со зворотом до нащадков. У им говорится, повеличивающие вытворчие могутности, мы верим, что это станет основой для поспеховой працы наступных поколений, выпуску высокотехнологичной продукции, дальнейшего развития белорусского металлургичного завода. Усе наши поспехи и достижения мы адресуем вам, будущим поколениям. Беражите и помножайте тое, что здобыто нашей працей. Не забывайте и об своей отказности за окаляющее осяроддзе. Мы робим менавіта так. Наступным этапом станет закладка фундамента. Плануется, что в будущем годе установка будет сдадена у эксплуатацию. Марина Бажинская, Игорь Ефименко, телерадиокомпания «Гомель». Такого безмежного нахабства работники лесной господарки Гомельщины не припомнять бодай с 90-х годов. У Калинковицком районе затримана группа черных вальщиков лесу. Бригада специализовалась на рубце самой дорогой и тяжко узнавляемой породы. На невеликом участке леса знищено 4 десятки вековых дубов. При этом забирали только самую каштовную нижнюю частку. Остатние кидали. Судячи по почерку валки, злоумысники – профессионалы своей справы. Однако, не глядячи на это, затримать их удалось – літерально по гарячих слядах. Подробязності ведає Сергій Нігеревич. Звичайна неділя, звичайний плановий рейд. На межі Клімського і Грабовицького лясництва увагу лісників притягнув слід грузового автомобіля, який вів у ліс. Крыху в глубину массива по колдобистой дорозе, и все стало зрозумело. МАЗ с прицепом был, который разгружал древесину дуба. Мы вышли, представились, показали удостоверение. Задали вопрос, что здесь делается, на который был неясный ответ. Між тим, отказ был видовочным. Лясничий Александр Русецкий одразу выкликал и пошел сустракать подмогу. Коллега застався на месте. Водители стверджали, что никого, кроме их, на вырубце нема. Мовляв, их просто попросили перевести драунину. Однако все указывало на то, что тут только что працавали бензопилы. Хутка это меркование подтвердилось. Пройдя немного дальше, я обнаружил дорожную сумку с канистрами, в которой находилась канистра с бензином и маслом. То есть сомнений не было. Были люди, которые здесь пилили данную древесину. И по следам в течение получаса, то есть эти люди также были задержаны. На данном участке было срублено 61 дерево, 41 из которых дерево дуба. В общем, объемом 60 кубов. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил почти 30 миллионов белорусских рублей. Выявить организатора рубки так само было нескладано. Оперативно затримали и его. Оказалось, жыхар Бабруйска. Беспрацовный и ранее неодноразово судимы. За аналогичное правопорушение. Рецидивист. Задержан он был недалеко от деревни Рудня-Горбовистская. Пояснил, что лес ему был нужен для личных нужд. Но в настоящий момент проводится
мероприятия. У ході слідчих мероприємстваў будуть висвітлені магчымыя іншыя звенні кримінального ланцугу, у тым ліку пакупнікі нелегальнай драўніны. Напэўна, вальшчыкі спадзяваліся, што ў выхадны дзень ніхто не перашкодзіць крадзяжу. Але думаць так памылкова. Ахова лясоў у Гомельскай вобласці вядзецца бесперапынна. Лічы 24 гадзіны ў суткі. Пры гэтым у цесным узаемадзеянні ўсіх паўнамоцных службаў. Совместно с Калинкинским лесхозом, конкретно с лесной охраной, мы очень активно работаем в плане выявления незаконных рубок. Если брать этот год, то мы уже по этому случаю у нас второе серьезное выявление данного нарушения. Усяго с початку года у Гомельской области за порушение лесного законодательства составлено около 270 протоколов. Але гэты выпадок – абуральное нахабство, за якое организатору зараз пограджает до 5 годов позбавления воли. Між тым, усё могло быць інакш, дзейнічае лесарубы па законе. В области создаюцца ўсе ўслові для беспрепятственного законного обеспечения древесиной населения. Это и дровяное для отопления, и деловой древесиной. Проблем с этим в области нет. Все законные основания для получения древесины есть. Сергей Нігеревич, Сергей Калацей, телерадиокомпания «Гомель», Калинковицкий район. Словы падзякі, падарункі і песні ў выкананні галантных мужчын. У Гомельскім абласным аддзяленні Беларускага фонда міру ушанавалі свой жаночы актыў. Яны працуюць не за грошы і падзякі. Уся дзейнасць фонда міру заснавана на грамадскіх пачатках. Тым не менш, ініцыятыўнасць мясцовага актыву ўжо шмат гадоў дазваляе абласному аддзяленню быць адным з лепшых у краіне. Міратворчасць, міжнароднае супрацоўніцтва і патрыятычна-выхаваўчая работа. Сёння гэта асноўныя накірункі ў дзейнасці рэгіянальнай арганізацыі. Сярод зробленага за апошні час правядзення беларуска-расійскіх маршаў міру, арганізацыя міжнароднага лагера дружбы дзяцей славянскіх народаў. У актыве аддзялення таксама акцыя «Дзіця міра» з наданнем адпаведнага статуса усім, хто нарадзіўся ў дзень міру. Апрача таго, летась на Гомельшчыне упершыню прайшла акцыя «Дарагое слова маці». Яе мэта – узняць статус жанчыны ў сям'і і грамадскім жыцці. Женщины составляют основу нашего миротворческого движения. Практически в 25 районах организаций у нас 17 составляют и женщины. Притом женщины из различных возрастов и различных профессий. Но достаточно сказать, что у нас есть женщины, которые уже пенсионного возраста, и они задают тон в работе. Не засталіся ў баку ад надыходзячага свята і супрацоўнікі ДАІ. Сёння на цэнтральнай плошчы імя Леніна ў абласным цэнтры дарожныя інспектары віншавалі жанчын з 8 сакавіка. Прыемна, што такія акцыі ў нашай вобласці праходзяць штогод. Іх правядзенне набывае ўсё большую важнасць. Работнікі дзяржаўтаінспекцыі адзначаюць, у жанчын зафіксавана значна менш парушэнняў на дарозе, чым у мужчын. Яны з большым разуменнем адносяцца да правілаў дарожнага руху, якія неабходна выконваць падчас знаходжання за рулём. Менавіта прадстаўніцы цудоўнай паловы чалавецтва павінны быць прыкладам узорнага вадзіцеля. Як і ў мінулых гадах, калі праводзілася такая акцыя, жанчыны атрымалі словы віншавання і прыемныя падарункі. Мне очень нравится эта акция, и просто сегодня очень хочется даже встретиться на дороге с сотрудником ГАИ. Приятно, особенно когда еще останавливают и мужчины. Всегда ждешь от них что-то не так, что-то, может, что-то посмотришь, пристегнуто, документы в порядке, а тут раз тебе цветы. До вяртання ў мінулае рыхтуюцца акцёры Гомельскага абласнога драматычнага тэатра. Сёння прайшла апошняя рэпетыцыя гістарычнай камедыі Івана Штейнера «Спакушэнне Францыска Скарыны». Прэм'ера запланавана на 9 сакавіка. Па сцэнарыю малады студэнт нейкім незвычайным чынам трапляе ў 16-е стагоддзе і становіцца Францыскам Скарынай. Ён трапляе ў ты ж абставіны, у якіх некалі быў наш славуты земляк. Аднак таксама ж, як і Скарына, які меў магчымасць стаць заможным купцом альбо знакамітым лекарам, малады хлопец вырашае займацца друкарскай справай. Чаму наш сучаснік абраў той жа лёс, што і Францыск Скарына? На гэтае пытанне павінны адказаць навуковыя даследчыкі, якія адпраўляюцца ў мінулы час. Уся няпростая сітуацыя, у якой апынуўся галоўны герой, разгортваецца на іх вачах, а таксама на вачах гледачоў. І вось гэта далучэнне гістарычнага персанажа да простага гледача і яго ідэнтыфікацыя гледачом, вось гэта ставіцца ў аснову спектакля, гэта прыём. А галоўнае, што той выснову, якую зробіць зрыцель, гледач, то гэта мне здаецца аб тым, што якое месца займае сёння беларуская мова, в нашым жыцці, і якое павінна трэба ёй займаць.
І наприкінці випуску об спорті. Перший поєдинок футбольного сезону 2012 обернувся фіаско для Батэ, який до гэтага 2 роки запар спокійно і упевнено брав трофей. В'ячеслав Глеб надав упевнений старт забитим за Гомель голам, а главкам гамільчан не покинув шансу своєму візаві Віктору Гончаренку. До літошньої бронзи чемпіонату і Кубку країни Гомель під керівництвом Кубарова і Побалауца везе на берег Сожа і Суперкубок Білорусі. Андрей Бондаренко першим виїздом у столицю так само розпочав футбольний сезон. Такую картину можна було назіраць бліжэй да паловы 11-га мінулага вечара, а да гэтага было 1.5 гадзіны барацьбы. Барацьбы, у якой Гомель здолеў перамагчы з дзеючага чэмпіёна і адабраць у Батэ права на валоданне суперкубкам краіны. Падапечныя Алега Кубарова пачалі сустрэчу ў незвычайнай для сябе манеры, першым нумарам. І такі тактычны ход главкама гамільчан прынёс свой плён. За ўвесь паядынак барысаўчане толькі аднойчы вымусілі ахнуць гомельскіх фанаў. Мазалеўскі прабіў перакладзіну. А пасля гэтага настаў час другога гульца, Глеба малодшага. Флагман нашей страны, поэтому особой мотивации на них не надо было. Ну, может, у них что-то немножко не получилось. То есть я не знаю, что сказать. Мы победили, значит, мы были сильнее на данный момент. В'ячеслава Глеба гомельскія фанаты ў гэты вечар павінны былі насіць на руках. Галявы дубль паўабаронцы вырашыў лёс трафея. Але належнае трэба аддаць усёй камандзе. Клуб, які ў міжсезоні страціў сваіх лідараў, прадстаў у матчы супраць чэмпіёна яшчэ больш моцным, чым выглядаў летась. 2-0. Батэ не саступае. Гэта Гомель перамагае. А рэалізуе Демідовіч выхад 1-1 з гутарам на фінішы матчу наогул быць бы разгрому. Ну, если не чувствуешь победу, зачем выходить на поле? Игра была до первой ошибки. Батэ допустил ошибку со стандартом. Мы знали, что они на стандартах плохо играют. Команда выиграла. Выиграла у чемпиона сухим счетом. И говорить, что там... Ну, вы же понимаете, какие возможности у нас, какие Батэ. Поэтому я считаю, мы сыграли свою силу. Один матч не подстава для серьезных выснов. Однако выказать догадку, что Батэ в этом сезоне придется куда складанее, чем ранее, поединок за суперкубок дозволяя цалком. Але ж вы маете рацию, футбольная осень, усих рассудить, а покуль с перемогой Гомель. Андрей Бондаренко, Сергей Лукашук, телерадиокомпания Гомель с поединку за суперкубок Минск. У студии працавал Станислав Пшаніцын. Добрых вам новинов и до наступных встреч в эфире.